Друзі, я вітаю вас в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв». Якщо у вас є бажання, час приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему, а тема нашої сьогоднішньої розмови – святки, святі дні. І сьогодні у нас в студії настоятель свята Симеонівського собору, протоиерей Геннадій Дьяков. Отець Геннадій, здравствуйте. Здравствуйте. С Рождеством вас Христовым поздравляем. Спасибо. Благословите, батюшка. Говорит, Христос рождается, отвечает славим Его. Христос рождается, дорогие телезрители, славим Его. Отец Геннадий, будьте добры. Итак, мы сегодня с вами встречаемся уже после Рождества, но продолжаются святки, продолжаются святые дни, и уже в воскресенье мы встречаем новый праздник. Будьте добры. Мы знаем его как Старый Новый Год, но по церковному календарю этот день намного глубже и намного древнее и намного серьезнее. Это день трех праздников. 14 января стоит между двумя праздниками большими – Крещение, Рождество и Крещение Господа нашего Иисуса Христа. Это день, первый праздник – это обрезание Господне на восьмой день после Рождества по закону Моисееву, ветхозаветному закону, полагалось обрезать младенца. Господь, Он как показывая нам всегда в своей жизни, что Он закон не попирал, тот закон, который иудеи соблюдали, а соблюдал его. Также вот это он тоже сделал, по-человечески соблюл этот закон. И его, как младенца, обрезали этот день. Это день одного из великих святых, учителей церкви, святителя Василия Великого, празднуется в этот же день. Этот день по церковному исчислению – это наступление Нового года. Поэтому этот день в храмах служится новогодний молебен, читается молитвенно, чтобы Господь благословил грядущий год благими делами и не отступление от Бога. Вот три праздника, они соединились в единый день, и три важных праздника. Обрезание, мы уже говорили, что Господь показывает нам, что мы должны не законы соблюдать и не попирать их, не умолять их, не заменять их какими-то своими законами, что делали потом иудеи в своих толкованиях на Ветхий Завет, сложив многие-многие законы и попирая, может быть, где-то отступая от основных законов. Мы почитаем Мстителя Великого, который был великим учителем. Он приобрел человеческие многие науки, изучил философию, изучил риторику, изучил медицину, изучил математику. Он, причем отмечают историки, что он изучил настолько совершенно каждую из этих наук, что он мог считаться специалистом в любой из этих наук. Настолько он был талантливый. То есть он был ученым? Да, он был ученым. Он был иератом великим, и юристом. Но потом он избрал другой путь и встал на путь защиты церкви, богослова и подвигов. И прославился как великий учитель, который отражал всякие ереси, который оставил нам много своих творений, с которым можно поучаться. Почему он, наряду с Иоанном Златоустом, Григорием Богословом, который является его другом, явился, он с ним вместе подвязался. Они являются тремя учителями церкви. Есть даже праздник такой, их трех святителей в народе называется. Мы почитаем этого великого святого. Читаем его творения, пользуемся его творениями, изучаем их и получаем великую пользу для изучения своей веры, изучения себя и спасения человека своего. Это праздник по церковному исчислению Нового года. 14-го наступает Новый год. Поэтому с 13 на 14 можно опять праздновать Новый год уже только по церковному. Да. Опять нет повода не выпить, отец Геннадий. Ну, выпить это как... Даже говорит Библия, это не грех, упиваться грех. Поэтому, ибо вино веселится сердце человека. Поэтому человеку можно немножко чай попить. Ну, конечно, не плясать всю ночь и не бесноваться, вот, одеваясь во всякие там маски и прочее, прочее. Ну, оставаться человеком. Зачем на себя одевать маску зверя или становиться им после выпитого? Просто быть человеком и по-человечески встретить этот Новый год молитвами. Вот не зря в этот молитве, я уже в этот день, я сказал, уже читается молебен, служится новому новолетию. И человек присутствует, сам просит у Господа благословения на все его дела в новом уже году. Отец Геннадий, но сейчас идут, вот от Рождества до Крещения идут святки.
И если даже почитать литературу, ну вот как-то в народе принято, что это такие, то, что это святые дни, конечно, но еще и все-таки, так как жаждут люди заглянуть в грядущее, то именно под крещение, раз в крещенский вечерок девушки гадали, ну и так далее. То есть вот еще одни такие моменты, когда... погадай, там, суженый, ряженый, приди ко мне, там, проса есть или еще что-то. Вот как к этому отнестись? Ну, осталось у нас от язычества многое. Церковь, конечно, это не приемлет, это все противоцерковное, как говорят в народе, в обществе, мероприятие, которое не следует выполнять, делать или изучать. Знать будущее не полезно человеку. Скажем, если человеку сказать, вот ты через неделю умрешь. Какая реакция будет у человека? Ну, не знаю, можно много дел по-разному. Добрых переделать, подготовиться. А другой человек будет дни стараться прожить как можно максимально в свое удовольствие. Может такое быть? Ну, может и такое быть, да. Другой может идти и мстить там своим каким-то недругам, потому что все равно, говорит, я умру, мне ничего за это не будет. То есть Господь так устроил, что полезно человеку не знать о будущем. Но всегда быть к нему готовым. Угу. В этом смысла нет. Если человек к этому готов и старается каждый день прожить так, как будто бы он завтра уже будет не представлен к Господу, поэтому молитва вечерняя там и читается, неужели мне, Господи, одр будет, сей будет уже как бы последним пристанищем. Вечерняя молитва читается. Поэтому человек лучше не знать, а просто жить, как оно должно жить. Господь может даже и продлить дни, если человек правильно живет. Это история есть, когда Господь продлевал дни тех народов, которые Он хотел за грехи их погубить, по молитвам, по покаянию. Если человек меняет жизнь, он тоже меняет. Меняет и свою продолжительность жизни. Как в одной из заповедей сказано, почитай свою мать, долго будешь жить на земле, и благо тебе будет, и долго будешь жить на земле. А не почитаешь, наоборот. В этот момент же человек... какое-то время не почитал, тут он изменился, стал почитать. Конечно, дни его жизни могут продлиться, и жизнь сама изменится. Человек меняется, меняется и его жизнь. А поэтому не полезно знать, но быть всегда готовым к этому последнему дню. То есть заглядывание в грядущее даже через такие, казалось бы, безобидные способы, типа там построить мостик или... погадать на кольце, это не полезно деле, да, для это нас. На самом деле не такие безобидные занятия, как кажется на первый взгляд. Дело в том, что за этими всеми манипуляциями или колдовскими вот, какими-то действиями всегда стоит другая сила, темная, задача которой человека сбить, погубить. Поэтому что-то показывается человеку, в основном из прошлой жизни, чтобы человек поверил в будущее жизнь. И человек, веря тому, и зная, что с ним произошло, а врагу, бесу, ясно, что человек, что с человеком было, но он будущее не знает, он может его погубить, показывая ему не то будущее. Человек, веря в это, тоже себя губит. Поэтому это небезопасно. Потому что спорить с такими существами человеку невозможно. А когда он, не спорить, вернее, обращаться к ним, когда он обращается к ним, он как бы отвергается от Бога. И Господь уже как бы его оставляет, говоря, ну попробуй, раз ты не хочешь быть со мной, попробуй с тем, к кому ты обращаешься, как он тебе поможет. И человек ошибается и идет уже по другой дороге, основываясь на этих вот предсказаниях или, лжепредсказаниях, или откровениях, которые он получил вот в результате вот этих своих действий, манипуляций, заговоров там, и обращений или заклинаний. То есть все эти магические обряды, друзья мои, как вы услышали сейчас из уст отца Геннадия, не только не полезны, но и опасны. Но мы готовы уже скоро встретить крещение, а накануне крещения отец Геннадий церковью установлен крещенский сочельник, и как мы знаем, это день строгого поста, так же, как и рождественский сочельник, и святится вода. И крещение – это такой могучий праздник, когда и небеса открываются, и все воды земли освещаются. Да, крещение – очень большой праздник. Это даже не уничтожило ни время, ни политика. И люди и во времена гонений на церковь, и сейчас сюда приходят в большом количестве, десятки тысяч приходят. И сейчас многие уже и в проруби окунаются, если нет льда, просто в речке.
Потому что крещение, которое сам Господь показал нам, Он пришел во время проповеди Иоанна Предтечи, который проповедовал крещение, покаяние, отпущение грехов. Он отличался своей строгой жизнью, поэтому люди его почитали и шли к нему, они ему верили. А Господь среди толпы был такой незаметен, он вообще вот старался быть, не выделяться ничем, ни одеждой, ни видом, ни чем-то таким еще необычным. Он пришел к Иоанну креститься, это история праздника. Иоанн узнал, увидел, почувствовал сердце в нем и сказал, вот Агнец Божий. Когда он подошел, Иоанн говорит, я же, как я могу тебя крестить, я должен значит, у тебя креститься. Но он говорит, что не следует делать совсем этого, не следует делать, нужно сделать то, что заповедано, то, что уже положено сделать. И когда Господь выходил из воды, после того, как Иоанн его окунул три раза, то небеса разверлись, и Дух Святый в виде голубя спустился на Господа, и был глаз Господа с небес. Сей Сын был возлюбленный, который мое благоволение. То есть было, это еще называется крещение, еще Богоявлением, то есть явлением всех трех лиц Святой Троицы. Господа Иисуса Христа, который крестился, Дух Святый, который сошел, и Бог Отец, который гремел с небес и говорил, что это мой Сын, которому благоволение. Когда Господь вышел из воды, крестился, потом мы знаем, что был искушаем. В крещении Господь своим погружением как бы осветил все воды, которые есть на земле, погружением своим, своего человеческого тела и божества своего. Поэтому Он осветил все воды, поэтому в этот день еще освещается два раза накануне, в субботу, В крещенский сочельник, да. Накануне и в самокрещении, то есть 18-го, и в самокрещении 19-го освещается второй раз вода, то есть два раза. Это освящение, оно одинаковый чин, поэтому вода, она не отличается ничем, она абсолютно одинаковая и та, и та. Хотя в народе называется одна Иорданская, а другая Крещенская. А еще так называют Богоявленская вода. Простонародным, да. А какая сильнее тогда, позвольте вас спросить, потому что говорят, Богоявленская сильнее, чем Крещенская, или Крещенская сильнее? Это одинаково, да, святая. То есть вода одна и та же? Вода, да. Освящается великим чином, и она еще называется Великая Агиасма. Эта вода используется, мы знаем, и для освещения, и домов, и помещений, предметов. А почти всего это души человека. Когда человек не может каждый день, скажем, причащаться, он каждый день его понемножку пьет. Крещенскую воду? Крещенскую воду. Потому что она, то естество водное, которое у нас есть, человек состоит 70% из воды, мозг на 90%, оно освещает человека. И уже замечено даже необычность воды по тому, есть и фотографии, может, кто захочет в интернете посмотреть, когда она замерзает в виде внутри, как такой елочки красивой. А если простая вода, да, крещенская вода, она замерзает в виде такого сгустка внутри, темного, такого страшного сгустка ледового. Поэтому во всем показано Господом, что это необычная вода. Это была вода до молитв, потом стала уже необычной. И она освященная, не портится, и, кроме того, освещает всех и вся. И человека, и все, что вокруг него. И духовную атмосферу очищает, поэтому, когда освещаются дома, помещения, где человек находится, где работает, то уходит все, вся духовная нечисть, которую приносит человек своими поступками, своими мыслями, делами в это помещение, или там, где он живет, или где он работает. Поэтому крещенская вода, важно иметь ее дома, важно ее потреблять, ею пользоваться. Не хранить ее, да, а именно вот конечно, употреблять конечно. Каждый день и в утром, когда он не причащается, утром встал, выпил немножко водички, там глоточек, съел просворочку и пошел себе делать свои дела в течение всего дня, освящая себя вот этим, ну, после молитв, конечно, именно питьем святой воды.
Отец Геннадий, будьте добры, а почему накануне крещения крещенский сочельник и установлен строгий пост, то есть тоже практически ничего не вкушается, если вкушается, то очень постная пища? Это чтобы подготовиться лучше к празднику? Да, чтобы подготовиться, почему называется сочельник, потому что в этот день полагается кушать сочево, то есть вареную пшеницу с медом. Медом, да, мак будет добавляет какие-то еще сухофрукты. Чтобы подготовить себя достаточно, как Господь тогда готовил себя к крещению, так и мы как бы... Любой праздник церковный, он предусматривает подготовку больше духовную, поэтому, чтобы не отвлекаться от того, что может нам помешать и читать, и молиться отягощением своего тела, то есть объедением, опивством. Поэтому человек и ограничивает себя в пище, а если большие праздники, крайне ограничивает, например, Пасха, большой праздник, там очень строгий пост, в последней неделе вообще очень строгий пост. Он больше воспримет, больше поймет, больше ощутит своей душой именно радость этого праздника, его суть. А если он будет просто объевшийся, опившийся, какой праздник? Ну, пришел, осветил, что принес, и все. Это только такое физическое действие, но не духовное. Поэтому важно, подготовив душу, отвлечься от ухаживания за своим телом. То есть подготовкой там, пищи, умолением своих каких-то, может, чувственных наслаждений и так далее, и так далее. Отец Геннадий, вы сейчас сказали, что духовная радость, вот это слово радость, вы понимаете, сейчас, ну, наверное, может быть, всегда так было, веселья много, везде вот эти развлекательные аттракционы и так далее, для веселья созданы все условия, но, как выясняется, веселье и радость – это не одно и то же. Почему тогда так мало радости? Или просто мы настолько углубляемся в это веселье, что не можем почувствовать радость? Ну, человек чувствует, и Господь, первое, что Он сказал, когда увидел апостола, Он сказал, радуйтесь после Пасхи. Да? Не веселитесь именно, а да, радуйтесь. То есть, и человек, он чувствует, что он тоже призван, конечно, не скорбеть, а и радоваться он здесь на земле. Поэтому он пытается другими средствами, там, обильным питьем, обильными танцами, какими-то еще наслаждениями, увлечениями, ликованиями, пытается вызвать эту радость в себе. Не получается, если она такое искусственное. Сколько ни пляши, ни веселись, ну, посмеешься какое-то время. Какие-то шутки будут, смешные анекдоты. Но радости потом не будет. И человек часто после этого чувствует какую-то пустоту. Вот он все это прошел, все это веселье, сколько плясал, веселился, пил, ел, а после этого радости нет. Наоборот, опустошение какое-то может быть. Потому что то, что он ожидал, оно не наступило. Поэтому радость настоящая, она именно в Господе. Когда человек радуется искренне тому, что хорошо другому человеку, радуется искренне того, что он поучаствовал в радости другого человека, не в своей личной радости, а того, что он угодил Богу и выдержал, скажем, пост. Того, что он угодил Богу и не лег спать, а стал на молитву. Или не ублажал своим чувством, сел долго у телевизора, смотрел какие-то развлекательные передачи, а что-то почитал еще духовное и нашел там для себя какие-то ответы. И возрадовался настоящей радостью, потому что оно потом в нем живет, эта радость. Она его сопровождает, она не уходит никуда, после, как после веселья. Поэтому важно научиться эту радость обретать в Боге, в Господе. Тогда будет она долгая и настоящая. И получается, что настоящая радость, которая рождается в глубине души и озаряет человека изнутри, и всего его, он как светится, она рождается не в водовороте веселья, не в шумном карнавале, а именно в тишине и в сосредоточенном уме? Да, конечно. Это продукт является вот той духовной жизни, которой должен жить человек в угождении, в соблюдении заповедей, в том, что в исполнении того, что Господь нам сказал в Его святом учении, ведь все, и святых отцов, ведь все это написано, об этом все сказано, как жить, вот. Как работать, как любить, как
создавать семью, как воспитывать детей. Все это есть. То есть это все делать именно как учили наши святые отцы, которые имели, естественно, опыт уже, многолетний, многотысячелетний опыт, то мы научимся обретать эту радость. Вот возьмите, у нас в церковные праздники ведь тоже мы садимся, пьем чай, там, кушаем, вот даже в сочельнике только что-то кушаем, в Сочи. Но нет вот этой дикости праздников, которые пытаются вот сделать на Новый год, когда пляшут всю ночь. Там или какие-то другие праздники, когда пытаются песнопениями, шутками тоже вызвать этот, после этого смеха, это последствия, как, чтобы была радость какая-то у человека. Нет, это не происходит, потому что все это не имеет тех корней духовных, вот, и смысл всем получается другой, этих празднований. Потому что мы, допустим, собираемся на Рождество, мы поем колядки, мы вспоминаем пользу праздника, как-то делимся своими какими-то своими наблюдениями, замечаниями в жизни, может, духовной, земной, ну, опять же, связанной с церковью. Человек без церкви не спасется. Поэтому если человек в церкви, он учится всему этому, тех же членов церкви, которые уже прожили нормальную жизнь. То сейчас... есть вне стен церкви человек не может спастись? Нет, конечно. Для чего церкви строятся, для чего мы ходим в храм? Идеально это приход, вот если почитать приходы таких старцев, как Алексей, старец Алексей был, или другие там более современные наши старцы, то там были настолько, сейчас есть общины, там царит любовь, и человек, когда попадает в эту общину, он учится вот этой любви, он учится этим отношениям, которые должны быть между людьми. К сожалению, эти приходы, мы стараемся их построить, но очень тяжело, потому что часто человек хочет видеть совсем другое. Он хочет видеть в приходе то, что он себе уже нарисовал в воображении. И каждый приходит, многие приходят в церковь, чтобы не отдать, а получить. А получить, да. Не поделиться, что у него есть ценного, что мудровал Господь, какой-то дар, а получить от кого-то. И тогда все не получается, все сбивается и теряет, значит, именно, ну, не получается у человека получить то, что он придумал, и потому он не может впитать то, что там должно быть. Часто человек приходит в церковь, и он настроен на приемник его души, настроен на такую волну высокую, а в церкви там его могут пнуть, сделать замечание или еще могут, что-то. Конечно. И все расстраивается. Да. Совершенно это есть, да. Поэтому мы стараемся как-то приходы очистить и именно ставить вот на такие ключевые места тех людей, которые могут с радостью принять любого, которые могут сказать доброе слово. Ну, таких людей немного, к сожалению, но они есть. На них, ну, и нужно равняться. И благодаря тому, что такие люди в церкви есть, и поэтому она так долго у нас существует, тысячелетия. Отец Геннадий, вот еще один есть маленький такой нюанс, когда, вот вы говорите, все в заповедях прописано, хотелось бы, чтобы жили по заповедям Божьим, но, к сожалению, не живет мир по заповедям Божьим, но есть вот еще малое стадо, вот это малое стадо живет, то есть оно как бы противоставляет себя большинству? Нет, не противоставляет. Ведь по-настоящему человек, когда живет по законам Божьим, то он, наоборот, старается, как Господь показывает, быть смиренным. И он не проявляет себя, как я уже говорил вначале, что Господь он себя ничем не проявлял внешним. Он мог хотеть сказать, я же, вы как вы меня не признали, я же Мессия, я же тот, вот, которым сказано. Он давал возможность людям самим, вот все это, чтобы в голове у них все это, его, они бы, чтобы они его знали сами, то есть свободу воли ему давал. Поэтому мы и не стараемся выделиться в какой-то... Да, это Господь говорил о малом стаде. Но мы стараемся не мешать никому, стараемся, чтобы каждый пришел. Стараемся, чтобы человек, придя в храм, получил хотя бы вот молчаливую поддержку вот участие, своего горя, да, с участием своего горя или своей радости. Мешать человеку не нужно, потому что если начинает человека сразу
грузить, как говорят в народе, своими поучениями, то это вызывает обратную реакцию. То есть человек отторгается, он не слушает, потому что он еще не готов, чтобы ему вещали, он еще не знает, правда это, неправда, он уже столькими ошибками в жизни был научен, к сожалению, что и верить уже не привык фактически. А тут пришел, ему сразу что-то говорит, то почему должен верить? Почему тут не такие люди, как и везде? Поэтому и очень осторожно мы подходим ко всем и стараемся, чтобы, и так Господь сказал, чтобы все узнавали по той любви вас, христиан, по которой вы имеете между собой. Поэтому и нужно показывать не своими словами, а своими делами, своей жизнью веру православную. Тогда и люди будут и меняться, и подтянутся в такой приход или в такое общество православное, какое и хочет от нас видеть Господь. То есть человек может свидетельствовать о Боге собственной жизнью? Конечно, должен свидетельствовать собственной жизнью. Иначе как? Если он будет говорить, это будет видно. Если будет говорить, а делать по-другому, то никто ему не поверит. Поэтому нужно стараться, чтобы что говоришь, то и делать должен. Ну что ж, отец Геннадий, спасибо вам большое, что вы пришли к нам в студию, просветили нас Словом Божьим, которое очень важно и которое очень нужно во все времена. Правда, телезрители? Во все времена. И как мы выяснили, веселье и радость – это разные вещи. И мы от всей души желаем вам радости. У нас сьогодні в студії був настоятель Свято-Симеонівського собору протоиерей Геннадій Діаков. Це була розмова на тему «На все добре».